радость. Всегда, когда я пою, неважно в каком состоянии я начала это делать, я чувствую себя лучше и становлюсь счастливее. Дорогой Юрий, от лица всего Московского продюсерского центра поздравляю вас с днем рождения, желаю вечного вдохновения и сил на реализацию всех ваших музыкальных задумок. Привет! Что такое для меня музыка? Музыка для меня, хоть я являюсь художником, это энергия жизни. Это то, что меня вдохновляет. Я не могу без музыки. У меня есть плейлист под мое каждое настроение. Когда мне плохо, я включаю музыку. Когда мне хорошо, я включаю музыку. И когда я хочу взбодриться, я тоже включаю музыку. Поэтому я с уважением отношусь, Юр, к тому, чем ты занимаешься. Я бы, если бы не стал художником, очень хотел бы стать музыкантом. Но мне не дано. В общем, с днем рождения тебя. Пусть у тебя появятся силы и будет меньше депрессивных эпизодов. Поздравляю. Лично для меня музыка — это вдохновение, это поддержка, это ресурс очень мощный. Я желаю, чтобы твоя музыка, Юра, давала людям сил, эмоций, радость, приносила счастье, радость. Самое главное, чтобы ты тоже при этом кайфовал. С днем рождения, Юра! Музыка, ну, музыка, наверное, это так же круто, как живопись. Примерно на одном уровне. Юра, с днем рождения! Что такое музыка для меня? Наверное, это путь. Путь не куда-то вовне, не в каком-то направлении. Это путь к себе. Это возможность услышать себя, понять себя, почувствовать себя на другом уровне, намного глубже, увидеть свою жизнь. И я очень благодарен людям, которые делают музыку, потому что они позволяют мне понять себя глубже. С днем рождения, Юра! Не разбираюсь в течениях музыкальных, но в моем плейлисте огромное количество мелодий, начиная от классики и заканчивая какими-то редкими современными исполнителями. Для меня главное, чтобы мне нравилось, и чтобы это меня на что-то вдохновляло. Музыка для меня всегда ассоциируется с каким-то определенным воспоминанием. Есть песни, которые у меня ассоциируются с теми или иными людьми в моей жизни. Невозможно представить свою жизнь без музыки. И я хочу тебе искренне пожелать, чтобы для тебя музыка всегда была определенным вектором, который тебя направляет, который позволяет тебе дальше создавать, писать, сочинять, вдохновляться. Пусть она всегда остается для тебя некой импровизацией, и потому что вся наша жизнь, в принципе, является импровизацией, так как она очень непредсказуема, собственно, как и музыка. Особенно если речь идет о твоей музыке. Не останавливайся на достигнутом, продолжай делать то, что ты делаешь, даже если тебе кажется, что ты делаешь что-то не то, а ты иногда об этом пишешь. Всегда помни, что есть люди, которые слушают твою музыку, которые уважают твое творчество, и с каждым годом этих людей становится все больше. Поэтому не останавливайся никогда на достигнутом, пусть то, что ты делаешь, вдохновляет тебя. С днем рождения! Музыка — это для меня антидепрессанты. Юра, с днем рождения тебя! Юра, с днем рождения! Пусть у тебя все будет хорошо. Музыка для меня — это жизнь, это друг, с которым я могу и поплакать, и посмеяться. Это мой мотиватор, это мое настроение, это способ выражения себя, своих мыслей, желаний, эмоций. Юра, я тебя поздравляю и желаю тебе самое главное — здоровья, чтобы ты получал колоссальное удовольствие от жизни, чтобы на пути твоем встречались только классные люди, дарили тебе море позитивных эмоций. Ты радовал нас и дальше, чтобы
Все твои мечты и планы обязательно сбывались и притворялись жизнью. Музыка будильника считается. Юра, привет. Мы не знакомы, но я надеюсь, когда-нибудь мы с тобой познакомимся. Меня зовут Света, я фотограф, фотожурналист. И сегодня, когда я размышляла о том, что значит для меня музыка, я подумала, что мои отношения с музыкой похожи на мои отношения с фотографией. И в музыке я уверена точно так же, как в фотографии, уверена в том, что она меня никогда не предаст. И эта уверенность дает мне силы двигаться дальше. С днем рождения, Юра! Музыка для меня — это свобода, гармония, самовыражение, мир чувств. Юра, с днем рождения! Музыка для меня всегда была другом, наставником, соратником. Все, что происходит в жизни, так или иначе, происходит с музыкой или под музыку. Юра, с днем рождения! Очень рада, что ты занимаешься творчеством. Безумно уважаю таких людей. Будь счастлив! Музыка для меня — это свобода. Свобода географическая. Я могу слушать музыку абсолютно любого континента, любой национальности, всего чего угодно. Это свобода высказывания. Несмотря на ограничения, которые могут быть или быть, мы все равно можем свободно слушать музыку с любыми смыслами. Еще музыка — это способ путешествия по вневременным пространствам. Юра, с днем рождения! Желаю тебе творческих успехов и всего нестерпимо прекрасного. Как твоя музыка? Я не люблю цитировать, но в данном случае очень хочется привести две мои любимые цитаты. Первая — Ницше. Без музыки наша жизнь была бы ошибкой. Вторая — тоже цитата, уже классика Курта Кобейна. Любую проблему можно решить, если подобрать нужную песню. Мне кажется, что нам всем повезло. Ты подбираешь всегда нужные песни. Хочется, чтобы у тебя была такая песня, и в нужные моменты она тебя вытаскивала, вытягивала. Ты уже живой классик, и это не что-то такое тяжеловесное или уже уходящее. Наоборот, нам всем крайне повезло быть с тобой в одном пространстве, творить вместе с тобой. С днем тебя рождения! Я хочу, чтобы ты ощущал каждое мгновение плечо и присутствие ценителей твоей музыки и твоего таланта, твоей воли и твоих невероятных способностей. И пусть твоя музыка разлетится на цитаты по всему миру и вернется тебе ощущением равновесия, душевного спокойствия и радости. Любим тебя!